каждый, кто сегодня набрал номер прямой телефонной линии, а таковых было порядка 30 человек, получил подробный и обстоятельный ответ на интересующий вопрос, а также всестороннюю и бесплатную консультацию нотариуса. Кому-то разъяснение было дано в течение минуты, сложные обращения требовали досконального изучения. Каждому входящему звонку подход индивидуальный. Сегодня самый распространенный вопрос, который звучит по ту сторону трубки – как стать нотариусом? Студенты заканчивают юридический факультет, и многие родители, как правило, даже не сами студенты, а родители интересуются, каким образом стать нотариусом. Ну и кроме того, конечно, очень часто задают вопросы по поводу нотариальной деятельности, если возникают какие-то споры, как к руководству уже приходят, и вот именно по каким-то вопросам конкретным нотариальной деятельности. По-прежнему не теряют актуальности вопросы наследования. Также сегодня повышенное внимание к теме порядка выезда несовершеннолетних детей за границу. Руководители, заведующие, нотариусы на связи с брещанами систематично. Для того, чтобы граждане знали, что они могут обратиться к руководству ТНП или к нотариусу, или к заведующему нотариальной конторы, для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, потому что у нас любят все-таки к руководству обратиться и дополнительно убедиться в том, что вот ранее все правильно им сделали или правильно им сказали. Кроме прямых телефонных линий, которые, к слову, проводятся один раз в квартал, особо востребованы личные приемы горожан. Они осуществляются раз в месяц, а также акции бесплатного консультирования, приуроченные к различным государственным праздникам.